Итак, передо мной работающий винчестер, который пытается что-то прочитать. Как можете увидеть, вот так вот он и работает. Вращающийся диск. Вращение диска, правда, не видно, потому что он вращается очень быстро. И головка на такой вот ножке, которая перемещается очень-очень быстро. В зависимости от того, с какого места диска нужно прочитать данные. Вот. Диск подключен к разобранному USB кейсу, который подключен к компьютеру. Вот. Несмотря на то, что фактически все разобрано, все открыто, он тем не менее работает и даже пытается что-то прочитать. И даже что-то прочитал. Каталог диска. По крайней мере, он прочитал. Ну, вот так вот.